Первый забайкальский вестерн о заклинателе дождя у Гадечи снимали 7 лет. Фильм отвечает всем канонам – стрельба, погони и, конечно же, приключения, в которые попадает главный герой, идя по великой степи. Премьера фильма краснокаменская студия «Ункос Фильм» состоялась еще в 2012 году. На счету ленты уже 4 награды. Крайнюю ребята получили несколько дней назад на Всероссийском фестивале кино в Санкт-Петербурге. Первое место в номинации «Лучший игровой фильм». Правда, приз забрать самим, говорит режиссер, не удалось. Нашли искать возможности и средства, чтобы хотя бы одного человека отправить. Вот это почти у нас получилось. До 24 числа он должен был туда улететь. Но так как мы сейчас заканчивали очередной наш фильм, следующий наш вот представитель на съемках разбился, упал с лошади, там весь переломался. Вот. И, само собой, он с таким лицом не мог появиться на фестивале. Сейчас идет работа над приквелом «Тайник красных камней». Съемки проходили на Алханае и в Монголии. Актеры в основном все родом из Краснокаменска. Но есть из Огинска, Цугола. Настоящего вождя шаенов, известного индииста Тима Уланова, Краснокаменск попросили приехать из Питера. Я попросил у Вакатанки, у верховного индийского божества, как бы такой милости, чтобы он к нам приехал. Мы, значит, ему написали, и он нежно согласился. То есть он приехал как раз на 4 дня в Краснокаменск. Мы все куски успешно сняли, и погода была великолепная, слава богу, у нас и все съемки получились, лошадиные там. Режиссеры говорят, фильм будет насыщеннее первого. Больше локаций, сцен с каскадерами. Фильм, обещает Валерий, выйдет к 5-му Забайкальскому кинофестивалю. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.